Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Сердце ласточки. Автор Роуз Роуз читает Кэтвилд. Часть двенадцатая. Лесной тупик. Ночь двадцать четвертая. И как мне тебя называть? Как тебе удобней? Чунгук отвернулся и задумался. Перед ним был привычный пейзаж ласточкиной лощины, только у верхушек деревьев воздух шел рябью, болото выглядело будто плотнее. Лодка ярче. Все указывало на то, что у Чунгука получилось воспользоваться дурманом, и он находился в собственном сне. И только парень перед ним выглядел как тот, что остался в реальности. Ты, Хион? спросил Чунгук неуверенно. Если хочешь, кивнул собеседник. Чунгук пригляделся внимательней. Обычно на главном герое его кошмаров была полупрозрачная, голая одежда. В этот же раз он выглядел совершенно обычно, одетый в простую белую футболку и белые шорты. Они сидели на заднем крыльце. Чингук скрестил ноги и подтянул к груди. Тихон вытянул, перебирая босыми ступнями, мох. Дул легкий ветер. Ночь была плотной и безоблачной. Чингук разглядывал Тихона, отмечая, что теперь он не выглядит угрожающе. Жемчужная кожа все еще выделялась в темноте, но от нее не шел холод. От растянутых улыбки губ опасность. Хозяин снов снова выглядел так, словно давно ждал Чунгука для приятной беседы. Словно они были старыми друзьями. Значит, ты не Тэхён, сказал Чунгук вслух, чтобы убедиться. Нет, я не Тэхён. Ну, ты расскажешь, кто ты? У тебя есть дела поважнее, Чунгуки. Мою личность ты узнать успеешь. Думаю, сейчас лучше обсудить другие вопросы. Чунгук кивнул, усиленно думая, о чем спросить в первую очередь. Очевидно, нет, и Хён был настроен на долгий разговор. В голове все еще не укладывалась мысль, что происходящее одновременно и сон, и реальность. Но Чунгук приказал себе сосредоточиться. Очевидно, Парень перед ним был единственной возможностью приблизиться к тайнам ласточкиной лощины. Сны. Те сны, где ты. Это было по-настоящему? Ты он имеет к ним отношение? Чингук не хотел вслух детализировать свои сновидения. Но ему было важно узнать, были ли они связаны с его чувствами к хозяину болотного дома. Если ты спрашиваешь, бодрствовал ты или находился во сне, верно, второе, — сказал хозяин снов. Ты видел сны. Ты он не имеет к ним прямого отношения, не проникает в твою голову по ночам. Более того, он даже не знает, что именно тебе снится. Чунгук снова кивнул и устремил взгляд вдаль, где белела в ночи лодка, целая и невредимая. Вспомнилась недавняя ссора, когда он задал похожий вопрос и не получил ответа. Тэхён не врал. Он действительно не знал, что творится в чужих кошмарах. Память подбросила еще одну картинку, как однажды Чунгук обвинил Тэхёна в том, что тот пристает к нему по ночам. Хозяин дома тогда отреагировал так, будто не понял, о чем речь. Получается, он не врал, а Чунгук в ту ночь не спал. Граница между сном и реальностью была невероятно тонкой. Чингук с досадой думал, что совсем недавно его жизнь состояла из обычных вещей, лишенных двойного смысла. Теперь же ему приходилось мириться с головоломками и на ощупь продвигаться сквозь запутанный в них лабиринт. То, что мне снилось, происходило на самом деле. Чингук произносил слова медленно стараясь не сбиться и не запутаться еще больше. Происходило когда-то? Сны, которые ты видел, рассказывают настоящую историю. И это так, сказал мне Тыхен и одобрительно улыбнулся. Ты говоришь, что Тыхен не имеет прямого отношения ко снам, продолжил Чунгук, все еще медленно, взвешивая каждое слово и устрашаясь услышать ответ. «Значит ли это, что он все же имеет отношение к истории, которая случилась когда-то?» «Тэйхен один из участников того, что произошло много лет назад». Сердце Чунгука глухо стукнуло. Слова хозяина снов были прямым подтверждением тому, что Тэйхен связан с историей парня, чье тело двадцать лет назад нашли в лесу. Был ли он виновным? Не спеши делать выводы, Чунгуки, сказал Ни он, замечая хмурое выражение лица. Для этого у тебя будет время. Сейчас сосредоточься на другом. Чунгук зажмурился. Начинала болеть голова. В уголках глаз от давления скопилась влага. Была ли эта тяжесть от подтверждения одной из догадок? Или так действовал выпитый дурман? Чунгук сморгнул слезы и прочистил горло. Ему нужно сосредоточиться. Чем больше он узнает, тем быстрее покончит со своим заключением в Ласточкиной лощине. Тыхен не знает, что именно мне снится. Но если все это происходило, я во снах проживаю то же, что и он когда-то. Не, да так. Осталось решить, какую роль в этой истории сыграл Тихен. Решить. Чунгук посмотрел на хозяина снов. — Что значит решить, если все уже произошло? — Судьба Тэхёна зависит от твоего к ней отношения, Чунгуки. Тебя очень сложно понять, — пробормотал Чунгук, зачесывая назад челку и тяжело вздыхая. Концентрироваться на чужом голосе становилось все сложнее. Сильнее болела голова, звенела в ушах как я должен разобраться во всем, что здесь творится, если ты продолжаешь говорить загадками. Разве эта трава не должна была мне помочь? То, что случилось, изменить нельзя, — начал объяснять Нитыхен, как будто жалившись над Чунгуком. Но судьба не только прошлое, но и настоящее будущее. Ты не можешь повлиять на прошлое Тихиона, только узнать его но ты уже влияешь на его настоящее. Ты также можешь повлиять на его будущее. — Ну, как я могу решать за него? — Так уж сложились обстоятельства. Ты единственный беспристрастный участник этой истории, поэтому можешь повлиять на ее исход. — Ты он знает об этом? — Да. — Значит, я должен разобраться в том, что произошло и какую роль во всем сыграл Тэхён? Это так. Они ненадолго замолчали. Чунгук продолжал смотреть на лодку, в голове его шумели мысли. С каждым новым витком событий он надеялся, что станет легче. Но Ласточкина лощина снова и снова доказывала обратное. Чунгук вспомнил слова своей бабки. Развязка близка, когда становится совсем тяжело. Чунгуку было тяжело. Он не понимал, куда движется. Значит ли это, что скоро все закончится? Или он еще не достиг предела? И впереди его ждут события ужаснее уже прожитых кошмаров. — Что же мне делать? — спросил Чунгук скорее самого у себя. — Продолжать искать, — ответил хозяин снов. — Ты думаешь, что стоишь на месте, но это не так. Ты ближе к разгадке, чем кажется. В ласточкиной лощине ничто не происходит просто так. Ничто не попадается на глаза без причины. Чунгук вопросительно посмотрел на Нетыхёна, пытаясь понять, правильно ли истолковал, что тот имеет в виду. Хозяин снов кивнул. Чунгук отвернулся и задумался обо всех маленьких странностях и деталей, которые преследовали его с прибытия в болотный дом. Ласточки! не враги тебе. Они такие же узники. — Та да, ласточка во сне, когда ты пытался меня утопить, она хотела помочь. А потом я увидел птицу со сломанным крылом в оранжерее. Как это возможно? Птицы связаны с этим местом даже больше, чем Тэхён. Поэтому они могут проникать в твои сны. Ласточка пыталась помочь тебе, это так. Но она также не станет вредить Тэхёну птицы охраняют его, он птиц. Чунгук прикладывал усилия, чтобы расшифровать очередную двусмысленную фразу. Как могли птицы защитить Чунгука и в то же время защищать Тет-Тихона, который пытался его утопить? Если только... — Если птицы не станут вредить Тихиону, — заговорил Чунгук тихо, — его сердце тревожно забилось. — Значит, тот, кто пытался навредить мне, во сне не Тэхён. — Это так. Вдалеке громыхнуло. Чунгук вздрогнул, посмотрел на хозяина снов. Тот смотрел в ответ и улыбался. — Верный признак того, что ты двигаешься правильно. Тебе начинают мешать. Сказал Нитыхен и махнул головой в сторону, где вслед за громом полыхнула молния. — Думаю, тебе пора возвращаться. — на что я должен смотреть? — спросил Чунгук, чувствуя, как вдруг побежало время. Нужно было торопиться. — Где ты нашел способ поговорить со мной? — ответил Нитыхен вопросом на вопрос. К — В книжке. Нитыхен кивнул. — Предлагаю Чунгуку домыслить дальнейшее самостоятельно. Чунгук кивнул в ответ. — Он разберется с этим позже. — — Смогу я еще поговорить с тобой? — задал он последний вопрос, чувствуя, как размывается окружающий их пейзаж, как клонит его обратно в сон. — Да, но не злоупотребляй дурманом. Он может быть опасен. — Поверь, Чунгуки, моя помощь не настолько значительна. Все ответы ты можешь найти сам. Я лишь показываю то, что происходило когда-то. Образ Нитыхёна размывался, отдалялся ночной пейзаж ласточкиной лощины. Чунгук обмекал, тело его расслаблялось. Сон завершался. Когда Чунгук проснулся, над ласточкиной лощиной поднималось солнце. Оно заглядывало в дом, ползло по половицам. Чунгук потянулся. Он помнил, что произошло во сне, но не чувствовал себя разбитым. На удивление он выспался и отдохнул, а подтверждение того, что Нитахион стоит за ночными кошмарами, приподняло настроение. Чунгук даже чувствовал облегчение, потому что ласточки, которых он считал шпионами, все же были на его стороне. На мгновение он расстроился, что не задал всех вопросов, но поразмыслив все же согласился с хозяином снов. На протяжении всей беседы он лишь подтверждал его догадки, а значит, Чунгук двигался правильно — и мог положиться на себя. В доме было тихо. Чунгук огляделся. Тэхёна на первом этаже не было. Со второго этажа тоже не доносилось ни звука, и все же Чунгук решил проверить. Он поднялся с дивана и подошел к лестнице. После ночного разговора он чувствовал себя смелей, хотя все еще не решался подняться наверх. — Тэхён! — позвал он. — Да. Голос хозяина дома был тихим и охрипшим. Чунгук нахмурился. — Ты в порядке? — прокричал он наверх. — В полном! — ответил Тэхён спустя пару минут, словно раздумывая над тем, как себя чувствует. — Я же слышу, что нет! — возразил Чунгук. — Что с твоим голосом? — Ничего! — Тэхён крикнул, а потом закашлялся. — Тэхён! — Чунгук начал раздражаться. Еще какое-то время на втором этаже было тихо, но Чунгук терпеливо ждал. Раздражение подстегивало его, и он чувствовал, что если Тихион не ответит, в нем хватит решимости подняться по дурацким ступенькам. Ладно, все же отозвался Тихион, я думаю, что заболел. Чунгук не нашелся с ответом. Почему-то он думал, что Тихину чуждо такие простые вещи, как простуда. Конечно, прошлым вечером он знатно промок. Но Тэхён столько раз ходил под дождем и никогда не заботился ни о теплой одежде, ни о своем самочувствии. Что же изменилось? — Ты хочешь, чтобы я поднялся? — снова крикнул Чунгук, занося ногу над первой ступенькой. — Нет! — голос Тэхёна сорвался, и он снова закашлялся. — Не нужно! — Хорошо! Чунгук старался возвать к здравому смыслу хозяина дома. Ну как ты будешь лечиться? Снова молчание на несколько минут. Чунгук ждал. Присев на пол и прислонившись спиной к большому окну, он чувствовал, что и для Тэхёна болезнь стала чем-то неожиданным. Вряд ли он знал, как нужно действовать. Никак, крикнул Тэхён спустя время. Оно само пройдет. Нет, Тэхён!» сказал Чунгук, сдерживая улыбку. Он не хотел, чтобы Тихен подумал, что над ним смеются. Само оно не пройдет. Со мной все в порядке. В хриплом голосе слышалась паника. Тихен не умел быть слабым. Чунгук очень хорошо это понял. Но он также не собирался идти на поводу чужого желания. Никак не лечиться. Чунгук улыбнулся шире. Накануне ночи он распутывал загадочные фразы и обсуждал не то убийство, не то несчастный случай с человеком, который выглядел как Тэхён, но не был им. А теперь он пытался уговорить настоящего Тэхёна заняться здоровьем. Ласточкина лощина была поистине странным местом. — Если я не могу подняться, — сказал Чунгук, безуспешно пытаясь скрыть улыбку, — тогда спускайся вниз. — — Нет, — силой возразил Тэхён. — Тогда я все же поднимусь, — крикнул Чунгук и начал специально громко подниматься с пола и топать ногами у лестницы. — Все, поднимаюсь! — Хорошо! — закричал Тихион, зачем последовал быстрый новый приступ кашля. — Я спущусь! Не смею подниматься, Чон Чунгук! Чунгук улыбнулся и снова прислонился к окну. На втором этаже послышалось шевеление. Заскрипели половицы, зашумела вода, потом все стихло, и вот на лестнице показался Тыхен. Чингук изо всех сил сдерживал улыбку, но уголки его губ продолжали подрагивать, пока хозяин дома спускался по ступеням. Он выглядел непривычно, завернутый в большое белое одеяло, из-под которого виднелись босые и ступни. Чунгук смиренно ждал, пока Тэхён, который нехотя преодолевал расстояние между ними, окажется рядом. — Ты очень упрямый, знаешь, — сказал Чунгук, когда Тэхён обошел его стороной и отправился на кухню, волоча по полу огромное одеяло. Хозяин дома уселся за кухонный стол, кутаясь в одеяло, выглядя при этом как огромная белая птица. Он ничего не говорил — и только смирил Чунгука недовольным взглядом, когда тот подошел ближе и положил свою ладонь на горячий лоб. «Ты — Ты Чунгук не мог поверить. — Ты горишь! Чунгук навскидку прикоснулся к собственному лбу, затем вернул ладонь на лоб Тэхёна. У него была температура, лоб был влажный. Чунгук застыл, не веря, что кожа хозяина дома всегда холодная против его теплой кожи, стало вдруг по-настоящему горячей. — У тебя температура, — повторил он вслух. — Я знаю. Огрызнулся Тэхён и отодвинулся от чужой ладони, чуть не упав со стула, потому что одеяло зацепило за ножку. Чунгук хохотнул, тут же прикрыв рот ладонью. Все же его нервы начинали сдавать. Он посмотрел на Тэхёна, который выглядел словно нахохлившийся птенец. Глаза хозяина дома метали молнии. Он явно не любил, когда над ним смеялись. Чингук поспешил взять себя в руки. Рассказывай, что за траву ты заваривал, когда я болел. Не нужно, возразил Тихен. Послушай! Чингук снова начал раздражаться. Его не устраивало, что Тихион отказывается от помощи. Я понимаю, что ты знаешь все на свете. Ты неуязвимый и сильный. Но сейчас у тебя температура, и я не позволю тебе помереть от лихорадки, потому что ты слишком упрямый, чтобы принять чужую помощь. — Я не сильный, — прошептал Тихен, опуская глаза, и добавил чуть тише. — Не такой, как ты. Ну, — Тогда позволь я тебе позаботиться, — сказал Чунгук тихо и приподнял чужой подбородок. Под руководством Тэхёна Чунгук засыпал разные травы в большую кастрюлю, залил водой из-под крана и вскипятил. В нос ударило множество ароматов. Чунгук несколько раз чихнул. Когда отвар был готов, Чунгук до краев заполнил кружку Тэхёна и поставил перед ним на стол. Из-под одеяла высунулась рука. Тэхён пил медленно и все еще прятал глаза. Зато Чунгук смотрел на хозяина дома в открытую. Он все пытался понять, от чего вдруг тыхен простыл. Ты никогда не болел? Спросил Чунгук, когда тыхен допил чай и скинул с головы одеяло. Влажная челка облепила его лоб. Нет, буркнул хозяин дома и принялся обводить пальцами кромку своей кружки. Чунгук кивнул, понимая, что тыхен чувствует себя неловко, а потому с вопросами лучше повременить. Тем более, что важным оставалось лишь одно — вылечить его. Остальное не имело особого смысла. — Думаю, тебе лучше лечь, — сказал Чунгук. — Да, я могу по... — На диван, — перебил Чунгук, — и даже не думай спорить. Ты не поднимешься к себе. Ты он смутился, закусил губу. Чунгук понимал, как должно быть чувствовать себя хозяин дома, но был не намерен идти на уступки. Он потянулся рукой к чужой ладони и мягко перехватил. Она была теплая. он наконец поднял на него глаза. Нет, ничего страшного в том, чтобы заболеть, сказал Чунгук. К тому же, я уверен, ты быстро поправишься. Твои травы меня подняли на ноги всего за несколько дней. Ты не понимаешь, возразил Тихион. Я действительно не помню последний раз, когда болел. Это странно. Чунгук нахмурился, но не переставал поглаживать чужую ладонь. Что-то менялось, неуловимо менялось. Об этом говорил хозяин снов. Но как именно влияние Чунгука на настоящего Тэхёна связано с тем, что тот заболел? Ты слишком много хмуришься, пробормотал Тэхён. О чем ты думаешь? Чунгук посмотрел на Тихена, раздумывая, стоит ли рассказать о ночном разговоре с его копией. Внутренний голос подсказывал, что лучше не втягивать Тихена в попытки докопаться до истины, хоть он и является центральным элементом всей истории. Чунгук улыбнулся, прикоснулся ладонью к чужому лбу. Все еще горячий, сказал он мягко. Тебе лучше лечь. Тэхён не стал возражать, но в глазах и его оставался вопрос. Чунгук помог парню подняться, а затем дойти до дивана. Он выпутал Тэхёна из одеяла и заставил снять мокрую одежду. Пока Тэхён стягивал футболку и штаны, Чунгук сходил в ванную за чистыми вещами. Когда он вернулся в гостиную, Тэхён сидел на диване в одном нижнем белье и мелко дрожал. Чунгук помог ему одеться, про себя отмечая, что вся кожа Тэхёна была горячей и влажной. Стараясь не паниковать, он помог Тэхёну лечь и накрыл одеялом. Хозяин дома снова походил на огромную белую птицу. — Постарайся уснуть, — сказал Чунгу, глядя на Тэхёна сверху вниз, и не переставая думать, как неожиданно они поменялись ролями. — Ты побудешь со мной — спросил Тихион неуверенно, хлопая глазами и пытаясь сморгнуть мешающую челку. Чунгук знал, что у него множество дел, по-настоящему важных дел, но он также знал, что на просьбу Тихиона согласиться не мог не. Чунгук присел на пол рядом с диваном, убрал с чужого лба челку, задержался ладонью на горячей щеке. Тихион следил за ним, изредка моргая. Постарайся уснуть, — повторил Чунгук тихо. Тихий он только кивнул и прикрыл глаза. За окном продолжало светить солнце. Чунгук уселся поудобнее, прислонившись спиной к дивану. Он смотрел, как ползут по половицам солнечные блики, все еще игнорируя ступени на второй этаж. В мыслях Чунгука была странная тишина. Такая же тишина стояла во всем доме. Следующие несколько дней прошли спокойно и одинаково. Тэхён все еще был простужен, но хотя бы не возражал против того, что Чунгук за ним ухаживает. Оба оставались в гостиной, которая пропиталась ароматами трав. Тахион оказался на удивление покладистым пациентом. Он выпивал до дна заваренные коренья, послушно открывал рот для ложек с медом, ел неумело приготовленную Чунгуком еду, позволял себя переодевать. Казалось, ему не терпится выздороветь, поэтому он беспрекословно следует всем указаниям. Погода испортилась. Но Чингук каждый день по просьбе хозяина дома отправлялся в оранжерею, чтобы полить цветы и проверить птицу. Ласточка чувствовала себя лучше, но все еще не могла летать. Чингук менял воду и добавлял еду в маленькую миску. Стелил в коробку новые кусочки ткани — которые лежали в ящике одного из деревянных столов. Возвращаясь домой, он докладывал Тэхёну, как чувствует себя птица и выглядят цветы. С каждым днем Тэхён чувствовал себя лучше. Но Чунгук настаивал на том, чтобы он оставался в гостиной и соблюдал постельный режим. Постепенно хозяин дома начал возражать, но безуспешно. Каждый день Чунгук ненадолго открывал окно, чтобы проветрить комнату, а каждую ночь стелел собственное одеяло на пол рядом с диваном и укладывался поверх него под негодующий взгляд Тэхёна, который ему удавалось с легкостью игнорировать. Перед сном они немного разговаривали и держались за руки. Инициативу проявил Тэхён, однажды вечером высунув из-под одеяла ладонь и коснувшись чужого плеча. Он сказал тогда что чужие прикосновения его успокаивают. Кожа хозяина дома оставалась теплой. Чунгук все еще не знал, нормально ли это, но не возражал чувствовать это тепло на своем теле. Так как Тихен оставался на первом этаже, Чунгук больше не мог воспользоваться дурманом. Засушенная трава так и лежала в горшке на крыльце. Но каждую ночь, когда Тихен крепко спал, Чунгук пробирался в кладовку, садился на пол и пролистывал страницу за страницей травный сборник. Он знал, подсказки должны скрываться в печатных и рукописных записях, но не находил ничего необычного, ни одного ответа на вопрос о том, что же случилось в ласточкиной лощине двадцать лет назад. В одной из ночей, когда Чунгук снова заперся в кладовке, про себя думаю, что это бессмысленное занятие, Глаза его зацепились за торчащий уголок газеты на одной из полок стеллажа. Вспомнили слова хозяина снов о том, что в ласточкиной лощине ничего не попадается на глаза просто так. Чунгук поднялся с пола и, стараясь не шуметь, потянулся за газетой. Дата на ней подсказала, что выпуск вышел после того, где велось расследование гибели молодого парня. Чунгук снова сел на пол и принялся перелистывать старые, местами выцветшие страницы. На первый взгляд газета была ничем не примечательна. Чунгук просматривал заметки о садоводстве и урожае, вчитывался в незнакомые имена выигравших в соревнованиях спортсменов, но не находил ничего, что было бы связано с ласточкиной лощиной. Он готов был отложить газету и вернуться к сборнику с травами, когда его внимание привлекла знакомая фамилия. Чунгук притянул газету ближе, сердце его тревожно забилось. С черно-белой фотографии на него смотрел молодой мужчина. Черные волосы были модно уложены, губы застыли в легкой улыбке. Чунгук прочел подпись. Пропал человек. Под фотографией шла небольшая заметка, из которой стало ясно, что пропавший никто иной, как журналист Пак, что вел независимое расследование гибели юноши. Чунгук сглотнул вязкую слюну, чувствуя, как потеют ладони. Он перечитал заметку несколько раз. В ней не было ни одного упоминания Тихёна или Ласточкиной лощины. Но среди данных о журналисте и особых приметах, в которые входил скол на переднем зубе, все же нашлось кое-что интересное так оказалось, что мужчина не был женат и вел довольно замкнутый образ жизни. С коллегами не общался, близких друзей не имел. Зато у него был родной брат, младше на три года. Согласно печатному тексту, его брат бесследно пропал пять лет назад, до того, как исчез Пак. Именно поэтому в газету попала заметка, ее подали обеспокоенные родственники. Чунгук снова и снова перечитывал небольшой текст. Мужчина исчез после того, как уволился из газеты, где проработал без малого пять лет. Получалось, он вступил в должность сразу после исчезновения брата. Его убеждали остаться, но Капак был непреклонен. Родственники утверждали, что на то была веская причина. После выхода последней статьи журналист начал получать звонки с угрозами помощью коллег родителям журналиста удалось выяснить, что звонили разъяренные родственники мальчика, который погиб на болотах и чье тело пытался расследовать ПАК. Именно статья о несчастном случае, который журналист читал убийством, стала последней в его карьере. Звонил в основном отец мальчика, и, по словам коллег, Пак старался оставаться вежливым, несмотря на угрозы. Родственники журналиста утверждали, что именно мужчина был причастен к пропаже их сына. Однако их обвинения сочли необоснованными. Пак жил слишком далеко от города, где произошла трагедия, и вряд ли убитый горем отец стал бы преследовать журналиста. Вероятнее всего, он использовал угрозы как способ пережить боль от утраты ребенка. А написавший статью журналист удачно попал под руку последним, что привлекло внимание Чунгука, стало упоминание старшего брата погибшего мальчика. Оказалось, он приезжал в столицу ненадолго до исчезновения журналиста, именно с ним Пака видели в последний раз. С братом погибшего не раз пытались связаться, но он не выходил на связь. Казалось странным. Почему никто не отправился в город, где проживала семья погибшего, но в конце заметки была приписка. Исчез автомобиль Пака, а также документы. Несмотря на беспокойность родственников, следственные органы склонялись к теории, что журналист Пак просто уехал, не поставив семью в известность. Именно поэтому официальные поиски так и не начались. Чингук отложил газету, ему срочно нужно было на воздух. Он поднялся на ноги, задевая головой лампочку, свисающую с потолка. Та принялась раскачиваться из стороны в сторону, пуская по комнате светящиеся круги. Чунгук выровнял ее и поспешил выйти. Тахен крепко спал, все еще завернутый с ног до головы в одеяло. Чунгук подошел ближе и положил ладонь на чужой лоб. Тот был теплым, но не горячим. Температура больше не поднималась. Чунгук некоторое время наблюдал за спящим Тэхёном, но потом все же двинулся ко входной двери. Он сбежал по ступенькам крыльца и отправился в лес по тропинке, который однажды шел с хозяином дома. Игнорируя здравый смысл и предупреждение Тэхёна, не выходить за пределы участка в одиночку. Чунгуку нужно было подумать, и желательно, как можно дальше от болотного дома. Быстрым шагом он шел по тропинке — не замечая ни высокой травы, ни поваленных деревьев, ни густых кустарников. Мысли Чунгука вертелись вокруг заметки об исчезновении журналиста Пака и вокруг его же статьи. Каким бы странным и невероятным это ни казалось, было невозможно игнорировать очевидную связь того, что творилось в Ласточкиной лощине, с историей погибшего парня. Чунгук шагал, и на каждый шаг перечислял все известные ему факты. Он знал, что парень погиб от того, что захлебнулся. Сразу вспомнил сон, где чуть не захлебнулся Чунгук. Но неужели во сне он проживал то, что случилось двадцать лет назад? И был ли на месте несчастного мальчишки? Но кто тогда пытался его утопить? Это не мог быть Тэхён. Чунгук верно истолковал слова хозяина снов. И все же, почему именно образ Тихиона был злодейским? Можно ли статься, что Тихион был погибшим парнем? А Ласточкина лощина лишь играла с воображением Чунгука, заставляя поверить, что хозяин дома совершил страшное преступление двадцать лет назад. Голова Чунгука гудела и шла кругом. Он шел все быстрее, не обращая внимания на легкую морось, которая облепила голые руки и намочила волосы, темнота перед глазами слилась в единое пятно. Мысли Чунгука продолжали витать далеко за пределами леса. Не давал покоя отец погибшего мальчика. Слишком часто сполывало его имя, и слишком очевидной была параллель между ним и отцом Тэхена, который называл своего сына убийцей. Еще и старший брат кем в этой истории мог быть он, а главное, мог ли он вообще жить в городе. На ум почему-то пришел Сагджин, которого Тихон называл простым знакомым. Но станет ли просто знакомый? Каждую неделю проделывать путь по болоту, чтобы доставить нелюдимому парню продукты. К концу своей прогулки Чунгук мысленно оформил несколько теорий, одна из которых, по его мнению, могла оказаться правдивой. Очевидной и доказанной была связь Тихона с произошедшим двадцать лет назад. Оставалось понять, был Тихион жертвой или главным злом Ласточкиной лощины. Мог ли он быть погибшим парнем, которого, как и предполагал журналист Пак, жестоко убили, или тем самым убийцей, или же его роль была совершенно иной, и он просто стал жертвой обстоятельств. Когда Чунгук отвлекся от своих мыслей и огляделся, он понял, что тропинка вывела его обратно к болотному дому. Но это было невозможно. Он хорошо помнил, что эта самая тропинка вела в сторону обочины, где, казалось, вечность назад сломалась машина. Этой самой тропинкой и его ввел Тэхён, когда просил уйти из ласточкиной лощины. Чунгук был уверен, что нигде не сворачивал и все время шел прямо. Как же тогда получилось, что он снова вышел к болотному дому? Что же здесь творится? Задал Чунгук вопрос, который остался без ответа. Только всплыли в памяти далекие слова Тахиона о том, что Чунгуку отсюда не выбраться. <таспорядок>

Pourquoi je vis, pourquoi je meurs Pourquoi je crie, pourquoi je pleure Je crois capter des ans.